Всем привет, дорогие! Это Кеона. Я сейчас очень хорошо чувствую. Это э, рай беременности. Многие говорили, Кеона чуть-чуть потерпи, тогда будете наслаждаться беременностью. Но правда, я сейчас наслаждаюсь и даже не помню, когда у меня был такой сильный токсикоз. Хотя даже не хочу представить. Наверное, вы удивились, когда увидели тему видео. уже ей 31 год, но она самая молодая беременная женщина в корейской больнице. Ну, сейчас мне 32, но когда я забеременела, мне было 31 год. Это правда. Врач мне сказал, вы, наверное, у нас самая молодая беременная женщина в нашей больнице. Причем больницу, куда я хожу, это очень большая больница, больше 20 лет. Наверное, кто живете в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и в России, тоже удивляйтесь. Очень многие подписчики из разных стран, из России спрашивали, когда ты будешь рожать, когда будешь иметь детей в Корее, на самом деле никто до этого не говорили. Вот поэтому сегодня хотела с вами поделиться, что происходит в Корее. Наверное, многие знаете, что в Корее самая низкая раздаемости в мире. Представляете? В мире. Поэтому сегодня я хотела с вами поделиться такой информацией, почему кореянки так поздно рожают. Многие эксперты из Америки, из Европы все говорят, что скоро не будет Корея. Это чуть-чуть трудно и слабо, поэтому буду читать. Скорости сокращения населения Кореи превышает темпы сокращения населения во время черной смерти в Европе 14 веке. Какие факты сейчас в Корее? Сейчас в деревне вообще не рождаются дети. Недавно в корейской деревне родился один ребенок, поэтому жители в этом деревне повешали, сделали плакат, что у нас родился ребенок. Говорят, в этой деревне за два года люди не видели ребенка. Вот такая очень грустная ситуация у нас в Корее. Наверное, в вашей стране тоже, но раньше в Корее тоже отношения со свекровью, это не было очень хорошо. Там свекровь всегда спрашивали, когда ты будешь рожать, тебе надо заботиться за детьми, за мужей. Но сейчас свекрови, они не могут говорить так, потому что очень мало рожают, поэтому просто рожай, делай, что ты хочешь, работай. Вот так говорят государство, свекровью. Сейчас каждая женщина, которая может забеременеть, рожает 0.78 ребенка. Говорят, что это очень странное явление, которого даже нет в учебнике по экономике я тоже четко осознала после того, как я забеременела, насколько государство хорошо поддерживает. И больницы тоже я до этого не знала. Так, что корейские эксперты говорят? В течение 100 лет 94% молодежи в Корее исчезли У нас Корея, скоро наше общество Корея меняется. Если более 20 общей численности населения старше 65 лет, то есть это считается сверхстареющим обществом. Так, значит, только пожилые люди остаются и молодежи не остаются. Тогда кто будет заботиться за пожилые люди? Вот это очень большая проблема. И как вы знаете, корейцы очень долго живут. И если вы говорите, о, мне 60 лет, то... Очень мало кто думает, что она старая. 50 лет тем более очень молодо выглядят. Тогда почему вот так мало рожают? Когда я много путешествовала, особенно по Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, я много чего узнала. Очень много рожают. В Корее вообще почти невозможно найти такую молодую девушку, которая уже есть ребенок. Я видела, что в моем возрасте уже есть три или четыре детей. Я думаю, в Корее слишком много развлекательных вещей. Женщины тоже достаточно хорошо зарабатывают. Мне кажется, корейская зарплата достаточно нормальная. У нас сколько кофейни и сколько красивые вещи. И 24 часа у нас клубе, в баре есть, или в магазине есть красивые ресторанчики. Вот из-за этого люди больше тратят деньги за это и путешествуют много. В СНГ странах они, женщины обычно очень домашние, они все умеют готовить, чистота, дом красиво делать. Но в Корее почти не готовят дома, девушки тоже не очень умеют готовить. Кто любит, конечно, есть. Вот такая культура и больше свободно относится. И самая главная причина – это почти невозможно купить квартиру. Даже у вас есть много денег, если не супер дорогая классная квартира, невозможно купить. Это очень сложно. У нас маленькая страна, но много населения, слишком дорогие дома. Вот это тоже причина. И женщины тоже, и мужчины тоже очень заняты работать, очень тянет свой карьер. Поэтому у нас официально старорожащая начинается с 35 лет. Но очень многие рожают с 36-38, даже часто бывает 40 лет рожать. Так, тогда что врач говорил, когда я впервые приехала в больницу? Подтверждали, что я забеременела И я спрашивала, конечно, какие тесты мне надо делать И врач мне так сказал Вам ничего не надо делать Я давно, несколько лет не видел 20-летнюю беременную женщину Если 31, очень молодая Поэтому экономите деньги, кушайте, что вы хотите кушать он, он правда так сказал. Конечно, я делала тестирование на крови, но все нормально было. У меня есть одна подружка, которая рожала, когда ей было 31. Она в прошлом году родила. Она хотела с ребенком на урок занятия игрушки для развития мозга. И там собираются мамы. И она самая молодая мама была остальные все больше 36 лет и немножко уставали, когда они играли с ребенком и недавно в новостях показывали, что гинекология, акушерство по закрываются недавно в Корее, в городе Гуанчжоу Гуанчжоу это достаточно большой город там закрылась гинекология, акушерство Которые больше 30 лет. Причина. Нет женщин, которые будут рожать. Да, вот это была причина. Поэтому больницы закрываются, врачи потеряют работу. Да, я тоже э, хожу в большую больницу в исоле. Но я практически не жду сразу я могу консультироваться с врачом. Вот такая ситуация. Зато гинекология, акушерство закрываются, но больше и больше появляются дерматология, косметология и больница для пластических операций. Зато, да. И врачи очень хорошо зарабатывают кто работает в пластической операции. Но сейчас самая ужасная ситуация – это нет больницы для детей. То я больше всего переживаю после родов. Это у нас нет педиатрия. Даже вы позвоните скорой помощь. У нас просто нет врачей которые работают в педиатрии. Моя подружка тоже очень сильно переживает это правда, что происходит в Корее. И чтобы попасть, чтобы забронировать для педиатрии, нужно загрузить приложение и забронировать. Платно, но бабушки и дедушки не очень умеют так делать, поэтому им придется ждать 4 часа, 5 часов. В 1980 году корейское государство очень хорошо поддерживали рожайте только один ребенок. Вот, хватит. После этого сейчас такой результат. Карасова поддерживал такую политику относимо один ребенок. вот сейчас у нас самая низкая рождаемость в мире. Сейчас государство очень хорошо поддерживает. Моя подружка сейчас забеременела двойня, и государство оплачивает больше 4000 долларов. Если в Корее у вас больше Двое детей, то это многодетная семья, когда я хожу э, на парк или на улице, и взрослые люди увидят меня с животом. Они говорят, ой, вы какая молодец, вы патриотка, сейчас очень-очень мало вижу беременной женщины, вы просто стараетесь для нашей страны. Вот просто вас называю патриотку. И некоторые мои подписчики, которые уже родили в Корее, больше двое детей, они написали мне, что когда они идут на рынок, Взрослые говорят, что «Ой, вы какая молодец! Спасибо большое! Вы какая патриотка!» Очень-очень тени беременные женщины. Или уже, которые родили. В детской площадке, наверное, в Корее очень сложно видеть детей. Если не район, где много детей. И даже корейская компания поддерживает такую систему. Если вы рожаете больше трое детей, или Ваша жена рожает больше трое детей, то ваша позиция в статус поднимается. Это так поддерживается много компаний. Если рожаете больше три детей, оплачивает компания, не государство, а компания 20 тысяч долларов. Представляете, 20 тысяч долларов. Вот государства и корейские компании стараются, чтобы улучшать эту ситуацию. Я знаю, что в моем возрасте, кто живет в СНГ-странах, в России, у вас уже есть ребенок. Если вы приезжаете в Корею, то, наверное, многие будут удивляться и будут говорить. Вы в таком молодом возрасте уже родили. Если вам интересна была такая тема, то, конечно, я буду с удовольствием поделиться с такой информацией. Если вам интересно, то ставите лайк и подписывайтесь. Тогда 안녕!